Ну что, мои юные Brawl Stars'еры, вышел новый Brawl Pass, и сегодня в ролике я... Снова сливает наш семейный бюджет. Я куплю себе весь Battle Pass, и мы посмотрим, что нам упадет со стардропов, а также какие скины нам упадут. Кстати говоря, я вам спойлерю, мне упало около 4 скинов на этого нового не помню, короче, на нового персонажа, на персонажа, который есть в Battle Pass'е. Поэтому обязательно с вас лайкос, подписочка, а также досмотрите ролик этот обязательно до конца, потому что вы узнаете по ходу ролика, что вам нужно будет сделать, чтобы я прокачал ваш Battle Pass в Brawl Stars'е. Приятного просмотра. Let's go. Кстати, со мной сегодня будет Зарыч. Очка. О, Бронь тоже пришла. Лайк за Броню. Так, ну что, Зайс, сегодня мы будем тратить весь семейный бюджет, как ты знаешь. Что ты такой радостный? Я радостный, потому что сегодня, да, вышел новый Battle Pass в Brawl Stars. Опять он тратит. Соответственно, знаешь, что мы делаем? Мы сегодня покупаем новый Battle Pass. Смотри, Зай. Сейчас я куплю себе BP+. Еще и BP+. Прокачаю себя, и мы купим весь Brawl Pass, Зай. Кстати, ты же знаешь, где купить его можно? Да. Правильно. Я знаю, где его можно. В моем ТГ-шопе, Мага-шоп. Кстати говоря, ребят, как выйдет этот ролик, каждый из вас, кто себе купит Battle Pass на аккаунт, одного из вас я возьму себе на ролик, чтобы прокачать ему Battle Pass полностью. А также мы с вами снимем видосик. Поэтому, ребят, залетайте в мой ТГ-шоп, ссылочка будет в закрепленном комментарии. А также не забывайте, что совместно с моим ТГ-шопом идет розыгрыш скинов и стендофа. Такие как Дигл Якудза Статрек, МК Оф Зе Тайгера, ВМ Винтер Спорт, Бабочка Блэквинду и Стилета. Ты дай, Дигл дай. Разыгрываешь. Осуждаю, это за первое место. Короче, для того, чтобы эти скидчики залутать, вам просто надо купить любой товар. Абсолютно любой. Будь то за 150, будь то за 200 рублей, будь то за 2000 рублей. Вы автоматически участвуете в этом розыгрыше. Вот, поэтому, я ребятки, Дигл. Ссылочка в закрепленном комментарии, а мы покупаем Battle Pass. Нет, не надо. Не надо Battle Pass. Так, ну что, солнышко мое? Brawl Pass куплен. Нравится. Чекай, сколько у нас левелов куплено. У нас тут, кстати говоря, за последний левел, Зайка, за последний левел нам дается вот этот вот шмакодявочек, ёпта, хакер Брок. Зай, как тебе вообще игра Brawl Stars? Нравится? Я кстати, стардропы буду под конец открывать. Сейчас главное их не открыть случайно, вот, потому что стардропы там можно выбить себе новых бойцов, да, как бы, поэтому вот эти вот кредитики пока возьмем себе обратно гемщики, потому что я сегодня потрачу кучу гемов для того, чтобы прокачать этот батл пассик. Почему не надо, Зай? Надо. Очень даже надо. Надо, ты тратишь наши деньги, которые Зай. Могли потратить на меня. Нет понятия наши деньги, есть понятие мои деньги, Зай, ты понимаешь? Твои да, деньги, да, да. Не-не-не, это мои деньги, Зай. Не. Так, а ну что? Говорить, стендофи этого батл пасса нету, поэтому мы покупаем уровни тут. Так, знаете, тут насколько часто мага играет в эту игру? Он заходит в туалет на полчаса. Я слышу из туалета звуки Brawl Stars. Зай, ты не рассказывай людям секреты мои туалетных похождений. Он лучше играет? О, это что? Пас 1, 2, 3, 4. Это пароль от моего аккаунта, кстати. Да? Я его взломаю и продам. И верну деньги все потраченные. Не-не-не, ты этого не сможешь сделать. Я тебе не разрешу. А я тебя спрашивать не буду, я дождусь, пока ты заснешь. Выбери свою награду, разблокируй ВЦ или забери кредиты. Чего? А сколько кредитов можно брать? Или ты еще бесплатно? Блин. Как будто бойца. Ладно, давайте 1000 кредитов лучше. Бесплатно. Разве не бойца лучше? Нет, там просто может легендарный боец мне следующий выпасть, я смогу легендарного бойца открыть, понимаешь? На, нафиг залутал эту систему! Так, кого открываем из легендарных? Ну, наверное... Давай, Эмбер. Мы сегодня еще и легендарного бойца откроем, Зай, ты понимаешь? Ты понимаешь, что такое легендарный боец? Конечно, не понимаешь, потому что ты вумен. Вумен! Я тебе сиськи, а все, 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 все. Зай, кстати, я хочу себе еще, знаешь что? Я хочу себе еще скин купить на котика, потому что я обожаю котика. Котю, как говорится, люблю. Ты опять будешь тратить деньги и говоришь, что любишь котю, а не меня. Я заберу твои карточки, дура. Ты как... Кого ты любишь? Успокойся. Я про бойца кита говорю. Смотри. Ну это реально мой любимый боец. Без рук. Правда, что ли? Да ну, Зай, ну успокойся, смотри, вот он, боец. Давай, покажи. Так, давай. Где же он был? Вот, смотри, кит. Да. Я давай. Хочу на него, знаешь, какой скин купить? Сейчас покажу. Давай. Сейчас покажу. Показывай. Сейчас мой, покажу. Вот смотри. А, не, он дешевый, 1000 блингов. Давай. Я бы вот этот скинчик хотел купить, но он слишком дорогой. Ладно, не буду покупать. Тебя, конечно, молодец, правильный ответ. Котечку мою слово. Все, все, поштил, все, поштил, поштил, поштил. Кошечка, так нормально? Кошечка, пантера. Ты
любимая панда. Скажи еще раз. Пантера. На камеру скажи, каким лицом ты это делаешь. Пантера. Так, ладно, что-то мы отвлекаемся. Не отвлекай меня. Это ты отвлекаешься на каких-то котиков. Тише, тише, мумы. Ай, все, все, пошутил. Да, да, ну все, ну не делай так. Сиськи оторву тебя. Так, новые значки, прокачиваем батл пассе. В принципе, что в этом батл пассе? Кроме стардропов, я не знаю, что в этом батл пассе есть годного. Ну вот, стардропы единственное, ради чего я этот батл пасс прохожу. А что ты ногой трясешь, ты нервничаешь? Я не нервничаю, за, я просто, нервничаю, я просто потому хочу... Потому что я тебе сиськи оторву, дура. Я хочу, чтобы мне со стардропа выпал, ну, реально жесткий боец. Какой? О, ну смотри, кит у меня есть, легендарный боец. А ты кита купил? Да, конечно. То есть ты купил все-таки? В смысле, а его иначе никак не получить? Кошку. Но если он только выпадет тебе, но у меня аккаунты не прокачаны. Зай! Кстати, мне все свои карты. Скин! Какой-то говноед, золотой хакер. Отдавай мне все свои карты, я пошла тратить все твои деньги. И машину твою я тоже угоняю. Успокойся. Нет, кстати, кстати, послушай меня, послушай. Тут есть еще драка. Драка, да, которая... Успокойся, давай, успокаивайся. Нет. Тут есть еще драка, его можно залутать в моем тегешопе. Если что, он там дешевле, чем у всех остальных тегешопов стоит. Ну, это новый боец, типа, он вышел. Я не знаю, крутой ли он, какой-то брок мне опять упал, блин, бомжара какой-то. Что за бомжара мне выпал? Это кто? Ну, он, видишь, колонка. Зачем ему колонка? Уже драться надо. Так, ну что, мы подходим к последнему левелу. И... Так, сейчас, подожди, все говно заберем. И... Теперь будем открывать стардропы, зай. Стардропчики! Самое лучшее. Так, меня предлагают... Тебя Джен зовет играть. Джентльменчик тоже, кстати, задрот, тот еще. Ладно. Получаем скин на Брока за 60-й левел. Я не знаю, годный ли это скин. Ну, какой-то бомжар, короче, нам выпал. Так, и случайный пристар. В смысле, это нужно больше... Кого? Пошел на... Короче, стардропы, зай. Давай, смотри. Легендарный стардроп. Сразу же легендарный стардроп. Значит, нам падает боец. 1000%, ребят. Может, надо прямо сейчас первого открывать? Ребят, прямо сейчас подпишитесь на канал. Поставьте лайк. И тогда мне выпадет реально жесткий боец. Пожалуйста. Если не подписан, не поставил лайк, мне сейчас падает говно. Пожалуйста. А я говорю, подписывайтесь. Открываем. И нападает! Что это такое? Что это? Что за херня упала? Какой-то гиперзаряд на Брока. Алло, какой гиперзаряд? Я бойца хотел! Что за херня? А что за фигня? Я хотел себе этих. Опа! Опа! Мифический сай. Я реально хотел себе... А что за гиперзаряд? Зай, как ты думаешь, легендарный будет? Легендарный? Ну, пожалуйста, мне не нужен мифический. Мне нужен только легендарный, ребят. Ребят, каждый ваш лайк... Не знаю, ну, наверное, нет. Каждый ваш лайк влияет на мой стардроп. Пожалуйста, прожмите лайк, а также подписку. Также не забудьте на ТГ Шоу подписаться. Мифический. Каждый ваш лайк влияет на то, что мага не сливает наш семейный бюджет на игру, вместо того, чтобы сливать его на меня. Дай сисю. Не дам. Надо сиси открыть. Не дам. Открой носом. Открой нос. Дура. На. Это не носом. О, боец! Дед Мороз, как бы нахер он нужен, я не понимаю, летом, но чтобы ты скучал. Нафиг мне это говно? А нафиг мне это говно? А зачем мне это говно? Тебя заскамили. А чё за фигня? Алло, Бравл Старс? Эпический. Легендарный. Ой! Ребята, я говорю, вы ставите лайки и подписывайтесь на канал, поэтому мне падает легендарный стардроп. Я чувствую, что вы ставите лайки прямо сейчас. Я открываю легендарный стардроп, и мне падает. Коль, видишь, она отрывает. Модные сапоги тебе упали. Модные сапоги, блядь. У тебя теперь самые модные подкрадули. Air Max'ы, 95-е упали. Спасибо, Джорданы от Трэвиса Скотта. Спасибо, теперь у меня модный Кольт. Ребят, ну это нормально же договаривались. Ладно, давай, следующий стардроп. Я надеюсь, что вы реально поставили лайки. Бам, я вижу, кто-то не поставил лайк, ребят. Ну реально, мне нужен легендарный стардроп. А вы издеваетесь? Подпишитесь и поставьте лайк, чтобы у меня был легендарный стардроп, пожалуйста. Не, вы издеваетесь. А ну-ка нажми ты. О, кто-то поставил лайк. Я чувствую. У меня рука просто счастливая. Открываем. И что тут падает? Удвоитель опыта. В очко себе засунь свой удвоитель опыта. Нахер на твой. Зачем мне? Ладно, надо влево к стардропам. Влево уйти. Нифига умнее их, да? Видела? Смотри, самый первый, самый везучий. Смотри, я чувствую. Лайки поставили. Я сейчас открываю. Еще раз. Сука. Подожди. Надо колдунство. Вместе готус кейм, али болмаймсон, али легендарный, вместе сижа. Не, не работает.
Не, не работают. 50 монет. Ты сейчас жестко смотрелся. Осуждаю. Не было никакого мата. Осуждаю. Осуждаю. Ладно, следующий стардроп. Пожалуйста. Пожалуйста. Бравл Старс. Пожалуйста. Ну, да какой редкий. Я хочу легендарный. Ну, он дальше пойдет. Нет, сегодня. Ну, пожалуйста. Ну почему редкий, Зай? Зай, потому я тебе сейчас... Потому что ты поругался на него, и он обиделся. Мне сенсию имею. Извини меня, братишка. Нажми ты аккуратно, только, пожалуйста, Зара, аккуратно. Не надо быстро тыкать. Ты должна сделать легендарный своими... Опа, молодец. Давай, дыши. Дыши, дыши. А, нет, Зай, у тебя не очень нежные ручки. Лайк поставьте, ребят. Не, ну, нежный, нежный, нежный. В кровати нормально. Зай, ну, пожалуйста. Тихо. Ну какой сверхредкий, ну это ну, какашка. Слушай, мы просто редкие, поэтому как бы... Нафиг на бочки силы, Зай. Ладно, давай так. Один раз я нажимаю, а потом нажимаешь ты! Дай. Да! Но ты слишком резко нажимаешь, надо аккуратненько. А, аккуратненько. А чё? Ударил телефон, он просто по А почему он два раза открылся? Не знаю. Ладно. Давай, ты первая начинаешь. Давай, давай, начинай первая. Да не бей телефон. Аккуратно. Ладно, телефон, я твой рот выю, если ты сейчас не сделаешься мифическим говном. Ты его обижаешь. Открывай. Ну тут говно чего пойдет. Понятно. 25 очков силы для любого бойца. Спасибо. Следующий стардроп. Бамс, бамс. Два твоих, давай. Два твоих. Редкий. Спасибо, говно. Я его обидел, он теперь не реагирует. А реально, а какой шанс на легендарный, типа? Ну реально, он не падает легендарным, он не становится. Какая какашка, что за говно? Да ну какой редкий, нафиг мне редкий. За это после твоих проклятых рук случилось. Формулировал, молодец. У меня не проклятые руки, у меня самые счастливые. У тебя проклятые руки. Они приносят счастье и радость. У тебя проклятые руки! Всем, за кого я касаюсь! Открывай следующий, давай. У тебя проклятые руки. У тебя проклятые руки. Не, реально, Зай, ты проклята. Ты проклята. Я сейчас за тебя отрону. Нет. Не надо, не надо, пожалуйста, не нападайте на меня. Все, следующий стардроп. Следующий стардроп. Пожалуйста, стардропчик. Ты редкий уже был 3-4 раза. Пожалуйста, давай, не надо, как говорится. Пам. Стардроп, тебе когда-нибудь пиз... Нет? Тогда я тебя сейчас отпи... Ёб... Оп, не слушается, смотри. Ай, не слушается. Не слушается. Блять, я телефон сейчас разобью, тварь. Да ну а чё он не слушается-то меня, а? Попробуй середины где-то открыть. Ладно, давай. Прямо сейчас, ребят, лайк, подписка. Еще и в ТГ-шоп мой переходите, покупайте там на все свои бабки. И тогда мне падали легендарный стардроп. Бам. Я вижу, что кто-то из вас не купил. Кто-то купил. Подожди, кто-то Бравл Пас плюс купил. И потом еще ко мне в прокачку попадет. Отбиваем деньги, которые ты слил из семейного бюджета. Отлично, мне это нравится. Сверхредки. Ладно, открой его. Давай, если тебе легендарный упадет, я вот тут вот на руке себе напью дигл. Тупорылая? Дигл говно. Дигл топ. Говно дигл. Говно дигл. Говно. Говно. Топ. Я сказал... Нельзя такое делать, нельзя! Я сказал дигл говно, ты поняла меня? Ты поняла? Тихо. Ты поняла? Больно мне. Дигл говно? Чё бы не говно, ёпта. Говно полнейшее, ёпта, для тупорылых лошков дигл. Открываем следующий стардроп. Зара, кстати, в следующем да, ролике я буду твой аккаунт. Я буду твой аккаунт прокачивать. Чё ты плюёшь? Ага. Мой? Опа, сверхредкий, да. Мой аккаунт прокачаешь, потом я его продам, отобью бабки. Угу. Не-не-не. И в целом нормально. Тише-тише, смотри. Бэмс, бумс, бамс, бумс. Не, ничего не падает. Если легендарка выпадет, я набью эту штуку. Не, не вот тут, знаете, а вот тут просто вот. Ладно, я понял, надо вот сюда переходить, к этому сардропу. Он везучий, смотри. Давай. Редкий написано же, смотри. Не-не, смотри, смотри, слушай. А? Ой, два раза случайно. Ты как-то не от всего сердца. Блин, ты имитируешь это заметно. Не-не-не, сейчас будет реалистично сейчас. Давай. Я говорю? А! Боже, нет, подожди секунду. Подожди секунду, секунду. Мы и так снимаем. Нет, я хочу снимать. Подожди секунду, секунду, секунду. Давай. А? Да блин. А? Ну ладно, эпический тоже нормально, хотя бы дальше сверхредкого прошли. Опа! И что ж нападает? Очки, очка! А силы. Понятно. Ладно, давай. Ты... Давай ты лучше стонешь, давай. Я не буду. Давай, я давай. Давай, нет, сказал. Я не буду. Давай. Нет. Давай, один раз. Я не буду ну, один нет. раз. Нет. Один раз. Не один. Это не больно. Нет. Один раз. Не...
Один раз. Не буду. Один раз. Ты сказала, я не буду. Я могу. Ты хочешь? Я не хочу. О боже, все, смотри. Пошел нахер, стардроп долбанный. Я это в ТГ к себе выложу, как ты стонешь. Следующий стардроп, смотри. Давай. Видела? Давай ты тыкаешь, а я стоню. Давай. Я говорю, это работает! Еще разок. Представь, дети сидят рядом. Подожди, со спальней родителей просто. Если что, это мы открываем просто ардроп. Это такой звук у открытия. Это тактика официально работает. Эта тактика официально работает. Какого черта? Эта тактика официально моя. Все, она работает. Она работает. А на самом деле, может, знаешь что? Кто-то в моем тегер-шопе действительно, может, ВП плюс купил себе. И поэтому это сработало. Мне кажется, вероятнее то, что ты стонешь. Да? Ладно. Но в целом можно попробовать и с ТГ-шопом как-то это связать. Возможно, я тоже рабочая. Кстати, да, ребят, не забывайте в ТГ-шопе покупать БП+, потому что вы поучаствуете в прокачке следующей в Бравл Старс. Я вам куплю весь БПшник. И мне еще купишь. Да. Бам! Открываем легендарный и нападай! Нездоровая привязанность. Кит, звездная сила, нездоровая привязанность. Кит держится на спине союзника на 5 секунд дольше. Ладно, на моего любимого кита, на мою любимую котичку-кошечку упала прокачка персонажа. Это, конечно, не гиперзарядник, я тебя тоже очень сильно люблю, котичка моя. Ты меня назвал, во-первых. Во-вторых, кого ты там любишь очень сильно? Что ты там сказал? Бойца, значит. Это порез. А-а-а, мой ноготь! Да бойца своего кита люблю. Я сейчас ногами буду бить. И котика своего люблю. Ну, котик это! Да, блин. Поняла, бум. Все, блин, вау! Женщина, я сейчас встану. А ты вылетишь отсюда. Все, давай, двигайся, давай. Там у нас... Я хочу просто посмотреть на твои карты. Дай, пожалуйста. А, не, на карты не надо. Я вору твою машину, мне да ну почему редкий стардроп-то, блин? Тебе и надо, открывать? Чтобы ни одна легендарка ему не падала. Ребят, напишите, пожалуйста, с этих стардропов, может выпасть скин, типа. Мне теперь болит палец. О, да, ничего, вылому его. Шучу, конечно, любимая, шучу. Все, стой, сверхредкий. Сверхредкий, значит, у тебя сверхредкий. Стой. Секунду. А почему вот... Секунду. Почему, Мага, почему, когда вот так делаешь приятно, когда вот так делаешь... Пошла нафиг. Вот так как делаешь. Иди отсюда. Ну, когда вот так... Иди отсюда. Ну, не уходи. Все, я ухожу. Ладно, уходи. Я так и знал, что ты останешься. Ладно. Пойди. Блин, ладно, сверхредкий. Ты просто имитировал. Я хочу и легендарный. О, тут еще осталось 3 штучки. Ладно, давай. Смотри. Я говорю, это работает! Какого черта это работает вообще? Пожалуйста, гиперзаряд на кита. Боец! Не упал боец Барли! Ребята, пишите в комментах, сколько... Это легендарный боец? Ребята, пишите в комментах, сколько он стоит. Да нафиг, у меня Барли теперь открыт. Так, следующий стардропчик. Бэмс. Бэмс. Не искренне было. Не искренне. Ты же чувствуешь, да, вот эту разницу? О, осталось легендарный есть еще один, да? Или я получил его? Или нет? Ладно, все, последний. Получается. Нет, подожди. Ты прям переигрываешь. Сейчас сфокусируюсь. Ладно. Не получилось. Но это был последний стардропчик, вот. И случайный пристар. Не, пошел нафиг случайный пристар. Короче, ребятки, напишите в комментах, покупали ли мне бойца драка. Не забывайте залетать в мой ТГ-шоп и покупать там любой товар. Я в том числе участвую в розыгрыше. А также купите там себе БПшник обязательно, потому что среди тех, кто купит себе БПшник, я обязательно возьму прокачку аккаунта в Бравл Старсе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал с колокольчиком. Также тыкайте на эту роль, которая слева от меня вылез. И всем пока. Дигл топ! Дигл гоп! Тупорол!